В Твери открыли движение по улице Чернышевского. Напомним, ее перекрывали в связи с ремонтными работами практически на целый месяц. За это время коммунальные службы успели проложить наружные сети водоснабжения и водоотведения к строящемуся жилому комплексу. Перекрытие улицы доставило неудобства водителям, которые по привычке продолжали сворачивать на нее со Смоленского переулка. Не обошлось и без мелких ДТП.